Всем привет, друзья, канал Масалим. В работе у нас Лада Веста. Автомобиль приехал к нам сделать шумоизоляцию багажника. Багажник мы разобрали, краткий обзор штатной шумоизоляции. Видите, пол багажника таких вот несколько полосок вибры. Также несколько полосок вибры на левой арке. Один квадрат на правой арке. Задние крылья голые. Сейчас подготовим поверхность и приступаем клеить первый слой. Закончили клеить первый слой вибропласта на автомобиле Lada Vesta в багажнике. Видите, проклеен у нас пол, проклеены арки, крылья. Приступаем клеить второй слой шумопоглотителя. Закончили клеить шумоизоляцию багажника на автомобиле Lada Vesta. Проклеен у нас вторым слоем пол в багажнике. Также проклеили арки, крылья. Все остается собрать салон, и автомобиль готов. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!